Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». У микрофона Ольга Близина. Здравствуйте. Инфляция в Кировской области выше среднероссийской. В сентябре она по сравнению с августом не изменилась и составила в годовом выражении 4,1%. Цифра выше среднероссийской на 0,4% и окружной на 0,2%. Рост цен, по данным отделения Кировбанка России, сдерживают высокое предложение по отдельным продуктовым позициям, например, это апельсины, куриное мясо, и слабая динамика потребительской активности. И при этом некоторое давление на цены оказывало ослабление рубля с начала года. По прогнозу Банка России, годовая инфляция составит от 3,7 до 4,2% в этом году. В следующем от 3,5 до 4, то есть снизится, и будет в дальнейшем находиться тоже в районе 4%. Программа «Экономика». Бизнес будут предупреждать о блокировке счетов. Теперь заморозка денег в случае каких-либо налоговых нарушений перестанет происходить неожиданно. Этим вопросом почти год занималась Вятская торгово-промышленная палата совместно с Российской палатой. Итогом стали поправки в налоговый кодекс, подготовленные Минфином страны. Налоговые органы предлагается обязать уведомлять о предстоящей блокировке счета за 14 дней до вынесения такого решения и увеличить срок для подачи документов, по истечении которого счет может быть заблокирован с 10 до 20 дней. То есть у бизнеса будет 14 дней на устранение нарушений, чтобы заморозки операций по счету можно было избежать. Сейчас налоговые не обязаны извещать предпринимателей, что они потеряют доступ к счету, что происходит спустя 10 дней после истечения срока подачи декларации или расчета удержанных сумм НДФЛ. Экономика на 101 FM. Кировчане могут бесплатно научиться цифровому маркетингу или промдизайну. Оплатит это государство по сертификату, на который можно подать заявку на сайте «Цифровой сертификат РФ». Это федеральный проект «Кадры для цифровой экономики», который в этом году позволит пройти бесплатные курсы 33 тысячам жителей 48 регионов страны. Учеба идет дистанционно, предоставляются на выбор 22 курса продолжительностью до 72 часов. Например, искусственный интеллект, программирование, промышленность, дизайн и 3D-моделирование, кибербезопасность, цифровой маркетинг и цифровой дизайн. Выпускникам выдается удостоверение о повышении квалификации. Заявиться могут люди с законченным высшим или средним профессиональным образованием. Экономика. Завершение в валютах. Доллар сегодня 77,95, курс евро 91 рубль 45 копеек. Ольга Близина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.